Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер всем, дамы и господа, московское время, 2 часа 16 минут, с вами Владимир Ака Пибоди, как всегда. Каждую неделю мы с вами проводим турниры серии G, и сегодня нас застал, помимо того, что LAN-турнир в Москве под названием Touch the Horn in Moscow, который проходил в формате 3x3 Mid Wars, в котором победила команда Stars. Один из игроков данной команды присутствует здесь у нас, это игрок Zirtek от команды Cats. Вот, друзья. Ну, а мы с вами переносимся в завершающий этап турнира G7 номер 12 компании Гарена. Извиняюсь, призовой фонд, который уравняется $500 Соединенных Штатов Америки. Вот, ну что ж, Мека против команды Кэтс в 1/4. Посмотрим, кто окажется сильней. Друзья, состав команды Мека, играющий за Легион. Поехали. Это Domination, Himco, FK Murien, Zeus и The Poker. Состав команды Кэтс, играющий за Hellborn. Quest Who, Zirtek, Shula Styles, FF и Скорпион. Забанены у нас были два хайдбана. Смотрим. Легион забанили Манки Кинга и Силуэт. Хеллборн забанили Жерезаю и Офели. Далее в локпике у нас находится Алуна, Валькирия, Врочит, Хак, Полевок, Прис, Андромеда и Торчер. Далее следующие баны. Соответственно, смотрим. 6 банов были произведены. Keeper of the Forest, Pebbles, Maraxxus, Forsaken Archer, Tempest и Magmus. Итак, на данный момент команда Cats опережает команду J, и, к сожалению, спешу вам сказать о том, что в 1/8 вчера команда J с новым ее составом не прошла дальше. Вот, так что я уже говорил, что, возможно, бонусом сегодня мы с вами посмотрим игру, но, к сожалению, мы начинаем смотреть 1/4 уже практически в 9 часов вечера. Я не уверен, что успеем мы с вами посмотреть все-таки бонусную игру, но как-нибудь я вам ее покажу, как там сыграли в 1/8 ребята из команды J, друзья. Вот, подозреваю, что финал мы начнем смотреть приблизительно к 11 вечера ближе, учитывая, что 1/2 играется до 3 побед, до 2 побед, извиняюсь, и финал играется до 2 побед, поэтому даже не знаю. Зависит от того, как быстро команда Cats здесь сыграет и как быстро сыграют остальные команды. Вот, ну что ж, стадия пиков начинается. Да, долго был Touch the Horn проходил, но я уверен, что было классно. Фотографии, фото и видео вы найдете на нашем портале hon.garena.ru. То же самое касается нашей группы ВКонтакте vk.com/garena. Все очень просто. ВКонтакте/garena. Вот. Там у нас находится наша группа, в которой также будет залиты и фото, и я добавлю обязательно аудио, которое играло во время пауз, во время турнира Touch the Horn. И видео обязательно, которое будет у нас, все будет находиться там, друзья. То же самое, в принципе, касается и всех остальных турниров. С сегодняшнего дня, соответственно, мы начинаем активно развивать наши социальные также сети, вот, потому что большое количество из вас прибывает там, и даже, возможно, полезнее информировать вас не только в игре через All Messages о том, что у нас начинается стрим, но и через социальные сети, будь то Twitter, ВКонтакте и прочее. Вот, поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наши все каналы. Вот, которую можно. Можно меня также найти, можно подписаться на мою страничку vk.com/pibody. Там тоже будет, я думаю, информация вывешиваться уже начиная со следующей недели о том, какие у нас будут проходить мероприятия. vk.com/pibody. Ну, собственно, ничего сложного. И обязательно на страничку Гарена. vk.com/Гарена, друзья. Так, значит, что у нас еще по плану, о чем я вам забыл сказать? Ну да, я думаю, можно уже говорить о том, что будет огромная выставка проходить в Москве, которая называется «Игромир». Многие из вас, я думаю, знают ее. Все это действие пройдет в октябре, в первых числах. Подробнее о выставке вы узнаете, я думаю, уже завтра, с понедельника, либо на следующей неделе, либо чуть ближе к концу следующей недели. Вот, совсем скоро у нас стартует турнир G1. Вот, будет все очень серьезно, пока что не могу рассказать, что конкретно, но команды, которые будут участвовать, особенно про-команды, которые побеждали в турнире серии G, ребята смогут приехать в Москву, оплаченные путевки будут и смогут поиграть и, соответственно, побороться за приз, поездку в Швецию, друзья, на зимний Dream Horn. Будет очень круто, друзья, так что следите за новостями обязательно, stay tuned, что называется. Вот, ну и
остальную информацию по мере поступления, соответственно, буду вам говорить. Ну, еще раз говорю, подписывайтесь на каналы в ВКонтакте. Я не знаю, какие еще социальные сети нам стоит развивать. Я сомневаюсь, что большое количество человек у нас находится на Фейсбуке. Но уверен, что ВКонтакте большинство из вас, наверное, есть. Кто нет ВКонтакте, кого нет ВКонтакте, соответственно, друзья, просто следите за нашими новостями на нашем портале hon.garena.ru. ВКонтакте, как я уже говорил, vk.com/pibody/garena, соответственно. Два отдельных. Моя страничка и, соответственно, группа нашей компании Garena. Следующие пики у нас уже есть. Команда Кэтс готова. Фейда, Слизер, Паразит, Поливок и Валькирия. Далее команда Мека. Сейчас ребята завершат свой пик. Кого же не забирают? Андромеда. Я только хотел сказать о том, что это будет Андромеда. И так оно и получилось, друзья. Андромеда, Алуна, Чипер, Предатор и Bubbles. Good luck, have fun. Да победить сильнейший. Вот. Поехали смотреть. Да, обидно, что команда J вот так вот в 1-8 вылетела. И, судя по всему, после всех этих перестановок, учитывая, что не играет у нас теперь там и Блюшка не играет, и не играет там больше, я так понимаю, Зилыч. Вот. Что с командой Джей станет, даже не знаю. Удачи ребятам, надеюсь, что они не распадутся. Вот. Ну, а нас ждет, ну, опять же, как я уже говорил, команда Cats снова потихонечку восходит ввысь и ввысь. Все ввысь и ввысь, вспомните наши начальные турниры серии G. Как там было, друзья. Вот. И что сейчас у нас происходит. То есть коты снова сильны. Правда, немножечко с изменением. Поменяли Блюшку на Зиртыха. Ну, по-моему, качество в итоге не изменилось. Хотя Блюшка более привычен для меня. Но Зиртых играет хорошо. Одна минута. Domination просит паузу. Вот. Итак, посмотрим на Кэрри. Что у нас происходит? Какой потенциал есть у команд? У Меки это Предатор. Соответственно, роль Керри исполняет Предатор. У Хеллборнов эту роль будет исполнять, скорее всего, наверное, Валькирия, да? Тоже еще. Ну и не забываем про ганкера. Про двух ганкеров, кстати. Это и Паразит, это и Фейда. В два ганкера играет команда Кэтс. Что-то новенькое, я не помню, чтобы ребята играли в двух ганкеров. Я помню Паразитов, но чтобы еще Фейда была, сейчас вот ее и юзают. И на мидлайн у нас сейчас отправляется, кто у нас пойдет. Ну, Зиртых обычно стоит на мидлайне. Идет он туда по Левога. Кстати, Guess Who играет на Слизере. Ну, он обычно у нас на саппортах играет. Вот. Но в этот раз такой, ну, скажем так, семи-саппорт. Слизер, конечно же, может быть и дамагером при определенной сборке. Вот. И я считаю, что это лишь в плюс команде Cats, что ребята решили уйти из вот прямо от такой вот прям фул саппорта, такого как Гласиус, перейдя на Слизер. Главное, чтобы это помогло им в данном матче. Вот. Здесь есть Предатор, который может Poison этот снимать, как бы от Слизера. Poison Spray. Ну, как бы теоретически преду выгоднее. Выгоднее здесь стоять против этого же Слизера, да, того же Слизера, против Полевога за счет второго скилла. Но опять же, второй скилл не бесконечен, но Poison Spray он будет снимать стабильно. Итак, Слизер отправляется пока что на мидлайн. Будет у нас что происходить? Будет следующее. Фейда пойдет соло на топ-лайн. Поле мид вместе со Слизером какое-то время. Паразит уйдет во вражеский лес, и соло будет стоять в Валькирии. Интересное решение. Соответственно, от команды Мега на мидлайне будет стоять Предатор и Алуна. Тоже классно. И вот очень хорошо здесь стоит Предатор, то есть он может спокойно яд снимать. Вообще беспроблемно. Слизеровский яд будет сниматься. Классное решение от Меги. Нетривиально, и мне это очень нравится. Импонирует. Андра внизу вместе с Чипером снизу. Тоже, я думаю, неожиданно для котов. Возможно, будет, что Чипер находится снизу, а не на мидлайне. Таким сюрпризом. Ну и Бабл соло, вполне логично. Фейда против Бабблса. Ну, Мурен, я думаю, будет юзать тейкавер. Муреныч, привет тебе, друг ты мой. Будет юзать он обязательно тейкавер, чтобы заэвейдить стан от Фейды. Вопрос в том, насколько успешно, да? Пошли крипы и начинаем, друзья, смотреть.
Позади заходит Слизер, позади заходит Паразит. Но вот здесь Курьер Легиона все никак им загангать себя не велит, наверное, да? Колборновский был, Легионовский все-таки летел позади. Я уж подумал, что это Курьер Легиона. Но это было не так. Ну что ж, Минотавр. Великолепно, идеально. Что может быть лучше? Поставлен вар с Лизером. Попытка забрать Алуну. Алуна будет слит. Сомневайтесь в этом? Ух ты. А что у нас получилось-то? Я не обратил внимания. Как-то вышло. Минотавр промазал станом. Зато пусть он спреем попал. Сейчас у нас Кесху. И фокус от Алуны на Минотавра. Прыгает у нас Предатор. Приходит сюда у нас Андромеда. Заджукается ли Алуна? Не получилось в итоге. Забрали Доминейшна, друзья, стан в паразит от Андромеды, которая вовремя пришла здесь, чтобы помочь своему мейту. Но вовремя она пришла лишь для того, чтобы застанить паразита в итоге. Вот, ну а Доминейшна слили. 1-0. Команда Кэтс начинает вести. Там матч, еще один Минотавр, друзья, для Скорпиона. Вау! Ну это просто бигплей, я не знаю. Такое везение. Такое везение. Ну, не знаю, два Минотавра. Просто два Минотавра и, соответственно, дабл за 1.5 минуты. Вот это начало. Вот это вот начало настоящее. Агрессивное. Вспомните, как коты в свое время начинали точно так же, да? Ждем. У нас пауза от Зиртыха. Ну что ж, ребята, сейчас, возможно, обсуждают, как дальше будут стоять. Слизер отправляется на нижний лайн, кстати. Кстати, на нижний лайн, то есть соло стоит полевок. Преду могут отдать тут и фрифарм в данном случае. То есть, если полик будет стоять, то пред просто будет фармить. Учитывая, что тут Алуна также помогает Предатору. Вот. А снизу Слизер кому может помогать здесь? Вальки против Чипера. Я не думаю, что у Шила Стайлз будет проблема здесь против Чипа. Но мало ли. А Луна устремляется вверх за руной. Повезет ли ей или нет, друзья? Может быть, руна запомнится снизу? Два варда, обратите внимание, установлены. Вот, один вард от команды Hellborn, соответственно, внизу. На руне дает вижн, соответственно, обзерв, если кто-то будет спускаться снизу. Вот, и вард поставлен на хэграунд под башню, соответственно, от команды Кэтс. Опять же, будет им вижн на мидлайне. Ready, пишет Зиртых. Конечно, ready. Поехали. Конечно же, нам нужно обязательно передать привет. Shout out for all English speak users, guys. Вот. Достаточно большое количество, кстати, англоговорящих вьюеров смотрит нас. Что также примечательно. Снизу забрали покера. Ганг. Или даже, может быть, не ганг, просто вниз отправлялись. И опять Минотавр. Реализация Минотавров. И еще один Минотавр, друзья. Я не знаю, что можно по этому поводу еще сказать. Просто еще один Минотавр, а Мурен делает фраг на топ-лайне. Как так-то? Три Минотавра спрашивают, действительно, три Минотавра. Его четвертый Минотавр сейчас настигнет Андромеду. Это просто чит какой-то, друзья! Это просто чит! Три Минотавра, друзья! Ну как так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Покера сливают! Это невероятно. It's just incredible. Друзья, ну я не знаю. Минотавр для паразита. И у паразита к третьей минуте имеются гост-марчеры, друзья. 3 минуты гост-марчеры. Что можно еще добавить к этому? Ну что еще можно добавить? Коты начали. Третья минута, 2500 преимущество по голде, 1500 по опыту. Третья минута. Обращаю ваше внимание, у паразита готовы госмарчеры. Я не знаю. Я не знаю просто, что еще можно сказать.
Просто не знаю. Просто не знаю. Как так? Ну как так может быть? К третьей минуте госмарчер. И, безусловно, три Минотавра. Я понимаю удивление Андромеды в данном случае. То есть, не каждый раз такое можно увидеть. Замедление Чипер бросает на Слизера вовремя. То есть Андромеда на всякий случай стояла рядом. Вот, но это, конечно же, очень печально. Дабл дэмэдж! И госмарчер сделал паразиты. Сейчас Алу, наверное, посмотрел и думает, господи ты боже мой, это госмарчер к третьей минуте у команды Кэтс. Что же нам делать в этой ситуации? Я представляю удивление Доминейшена в данном случае. Ну, я не знаю. Это просто выигранный early game. Как бы сейчас ни фармил Предатор, ребята из команды Кэтс будут ходить и ганкать. Ганкать, убивать. И, ну, не знаю. Да. Как-то так. Печально. Печально, конечно же, начало для Меки. А вспомните Меку начальную, когда они начинали. Постоянно ребята занимали третьи места у нас на турнирах серии G. Вот, сейчас 1-4, и попадаются они против котов. И снова, скорее всего, неудача может их постигнуть, друзья. Андромеда сразу же сливается, Шулет Стайл, Сколоп Волкери. Ну что вы хотите? Здесь 6-й левел, друзья, Валькирии, к 5-й минуте. 6-й. Уже готов был, и 1-го левела Андромеда. Химка забрали за один прокаст. Здесь у нас еще и на топ-лайне файт был. Сражается мидлайн файт. Предатор, есть возможность у тебя забрать полевога. Нужно убивать, пока есть эта возможность. О, боже мой, почему он отступил сейчас? Ведь можно было добить. Можно было добить. Увидел, наверное, паразита, стремящегося к нему. Одна автоатака от Полика была бы, и это был бы фраг. Предатор убегает. Убежит или нет? Можно убиться, в принципе, от крипов на всякий случай. А паразит блочит сейчас Зиртах не специально. Скорпион гонит Предатора. И сейчас сюда выйдет Фейда. Но Фейду... Фейда забирает уже и Мурена, и сейчас будет пытаться забрать Предатора. Встретили Предатора, прощай, Предатор. О май гад. Это просто 1-9. 6-я минута, 1-9. Просто Зюс удивляется с того, что здесь происходит. Ну, вполне понятно его удивление. Как бы, ну, что тут еще можно сказать? Что можно добавить к тому, что вы видите на своих экранах, друзья? Показатель выше 230 по ГПМ у всей команды Hellbot. Просто коты доминируют и доминируют. Да. Неожиданно, очень-очень неожиданно. Тем интереснее, собственно, будет наблюдать за мидгеймом. Что у нас будет в мидгейме происходить? Предатор пока что имеет лишь стимбутс. Стимбутс этого мало. 217 ГПМ. 26 на 8 у Крипстата. 33 на 11 у Фейды. 22 на 5 у Полевога. Что он здесь, под хостой, что ли, находится Слизер? Да, под хостой. В мидлайне сложно будет забрать здесь Предатора. Предатор все-таки заюзает Magic Moon и выживет, безусловно. Поэтому смещается Слизер на нижний лайн. Под башню в помощь Валькирии. Паразит, кстати, на топ-лайне. Смотрите, что у нас есть. Неофитбук. А это значит, что остается 1000 голды. Паразиту именно 800. Файт на мидлайне. Очень хорошо заблочил здесь ультой своей полевок Предатора. Но здесь Алуна рядом, поэтому будет фраг сделан на полевоге. Паразит, ну пауэр-троу от Алуны. Одна секунда. И Алуна, где же пауэр-троу? Где же пауэр-троу? Где же пауэр-троу? Нет пауэр-троу. Алуна просто умрет. Беспощадно умрет, ничего не успев сделать. Господи, какая ошибка команды Мека. Ай-яй-яй, пришедший Скорпион, забрали здесь и Предатора. Ну, я не знаю. 4 Минотавра, говорит Алуна. Причем здесь Минотавры? Ну, здесь пауэр-трота можно было бросать и забрать этот фраг. Ах. Я не верю, что у них не было маны. По-моему, все мана была. Мана была у Алуны. Понятно, что Алуна умирала. Ну, хотя бы забери ты этот килл на полике. 8-я минута. Фейда в инвизе, 8-й левел, попытка забрать Чипера сейчас будет, смотрите, бежит сзади, в попу клюет, и Джавелин достигает покера. Шила Стайл забирает покера, просто изи килл, смещается Предатор на нижний лайн, я не знаю. Я подозреваю, что это 15-минутная игра. Как можно иметь такой лак? Это просто биг лак, ну я не знаю, как еще сказать. Начальная игра, эти Минотавры для Паразита, такое чувство, что это куплено.
Как это может быть, я не знаю. Юзают читы, команда КС, я, конечно же, утрирую. Вот, но это нереально. Это просто нереально. В инвизе сейчас паразит находится, а Луна стала в лесочек. Врывается вперед, паразит, ничего не боясь, потому что мейты рядом. Доминейшена сливают, приходит 2 ТП, но здесь у нас находится Фейда. Неплохая ульта была заюзана, сейчас сипером забирать нужно Фейду. Пару автоатак с боя сделать, она, боже мой, нахилится бутылкой и выживает. О май гад, еще один биг джавелин попадает по покеру, и снова Шуйла Стайлз делает подряд просто киллы над покером. Господи, покеру Шуйла Стайлз приснится в приятном сне, наверное. И большие синие дилда джавелина от Шуйла Стайлз, летящие в лицо покеру, ну или в заднюю филейную часть. Бросается вперед, у нас предатор начинает нарезать слизера, есть фраг, сделан фраг, на полевоге нужно сейчас делать этот фраг. Есть второй фраг, неплохо для Мекки. Нужно сейчас предатору фармиться, безусловно, нужны фраги, нужна голда. Делает он эти два нужных килла. Идет Фейда, бежит Фейда, хочет забрать на Андра. Или кого? Ух, возможность забрать Алуну есть. Боится, наверное, все-таки страшно. Но вот сейчас вот может быть не страшно. Раскрывается, раз, два, и жива Алуна. Но тем не менее, смотрите, как похарасили Алунку здесь. А Фейда ничего не потеряла особо. Да, 3-14. 3-14 разница по голде, друзья, на 10-й минуте, смешно говорить. 7000 голда, 5300 опыт. Да. Вот это начало. Ну, это жесть. Это жесть в прямом смысле этого слова. Просто как по металлу. Когтями, я не знаю, там, форсункой. Страшно, коты проезжают сейчас по Мекке. Вот, но пред будет фармить. Посмотрим, что он купит. Покупает Metal Blade. Логичный. Логичная, собственно, покупка. Фейда 9 левела. Внизу у нас с руной Double Damage. Кстати, покер 6. Если покера настигнет Фейда, это будет, наверное... Еще одна смерть для него. Файт на топ-лайне! Балус пытается уйти, но как тут уйти от паразита и полика, который тебя преследует? Только хилится. Не знаю. О, мне казалось, что уже он вообще никуда не уйдет. Андромеда. Хороший стан юзает по паразиту. Сейчас будет серф и будет фраг на паразите сделан. Серф же вперед бросается. И великолепная игра. Великолепная игра к паразиту. Господи, да боже мой, Скорпион забирает Мурена. Мурен негодует инфа 100%. Файт продолжается. Летит Жилин вперед и делает килл кэску на Химку. 3-16. 3 просто 16. К 11 минуте. Да. Уху. Очень-очень сильно. Очень-очень сильно. Играет команда Cats. Наверное, это, не повысит этого слова, одна из самых сильных игр команды Cats, которую я видел за последнее время. Покеру снова не досталось, снова его забрали. 0-5. Бедный покер. Покер играет в открытую, наверное. Вот. Самая сильная игра команды Cats, которую я видел за последнее время. То есть, конечно же, не без доли лака. Не без доли лака. Такого количества минотавров я еще не видел. И к третьей минуте госмарчера, я не знаю. Даже в супер-классном сне мне не приснится. Алуна убегает назад. Слизер Посина промазал. Ну, если бы сейчас еще и Посин попал в Алуну, и Алуну забрали еще раз, ну, я не знаю. Мне кажется, тут и так минус огромная мораль. 10 тысяч, просто 10,000 голдс. Что называется, доминейшн. Ну, я не знаю, 10 тысяч, друзья. Просто максимальное доминирование на early game стадии. Покер забрал ФФа, не без помощи Андромеды. Ну, то есть, доминирование настолько серьезное по голде, что я не знаю. Как здесь переломить текущую ситуацию? Ну, в early game уже никак не переломить, учитывая, что постепенно мы в мидгейме с вами, друзья, перемещаемся. Просто жесть. Просто жесть. Валькирия, Джавелин в Кангора. Что? Time to Kangor. Cat Style, вспомните. Вспомните, как это всегда было. Вчетвером.
пытается забрать Кангора, а Фейда в инвизе с кодексом. Какого левела кодекс, друзья? А, нет, просто рецепт. Рецепт от кодекса, но совсем скоро он будет куплен. Андромеду нужно сливать. За ней в инвиз бежит Фейда. Пыщ-пыщ, траля-ля. Химка отправляется в фонтанче. Г. У паразита, кстати, кодекс, да. Первого левела. 14 минут. И госмарчеры, помимо всего прочего. Кангора сейчас заберут. И полевок забирает токен. Алуна фармится в лесу, и предатор напрыгивает на вагабонд лидера, как будто, я не знаю, это последняя игра в его жизни. Да. Совсем не то, наверное, чего ожидала команда Мека от начала данной игры. Вот. И учитывая, что игра играется по Best of One, соответственно, до одной победы. До одной победы, друзья, если Мека проигрывает, то, к сожалению, она заканчивает свое участие в турнире, а мы с вами плавненько перенесемся в 1-2. Вот, пожелаем ребятам удачи. Конечно же, начало очень плохое, но нельзя сейчас сдаваться. Нужно продолжать. 15 минута. Консид есть, друзья. Ну что? Ну что можно сказать? Domination просто дисконнектается, друзья! Дисконнектается! Человек не выдержал. Человек просто не выдержал вот этого начала, которое было и так жестко, и покер здесь покоряют. Вот. Ну не вина Доминейшена здесь. Ну что может поделать игрок в этой ситуации, когда у противника в начале игры для паразита 3 Минотавра. 3 просто подряд Минотавра и просто ходят и ганкают. И к третьей минуте имеется госмарчер у паразита. К третьей минуте. Это самый быстрый госмарчер в жизни вообще, который я когда-либо видел. В нормал моде третья минута госмарчер. Вау! Запускает покер консид. Я не знаю, кто из ребят команды Легиона сейчас не подтверждает. По-моему, вполне логично, что попытка забрать Андроу. Здесь уже ПК у Палеона. Ну, грех не забрать. Кстати, Бабл зря вот так вот, наверное, врывается, потому что поле... Смотрите, как долго он живет. У него токен. Он сейчас встанет и убьет Бабблса, друзья! Первый скилл. И ждет до последнего, чтобы заюзать. Не юзает, кстати, странно. Ага, там, по-моему, Bubbles, что там было. Не заюзал в итоге Зирток первый скилл на полевого. Ну и не страшно, не страшно, что Зирток сейчас погиб. Вот, нет ничего страшного. Башня на нижнем лайне уже была уничтожена. К 16 минуте продолжается сражение. Bubbles будет убит. Приходит FF, а FF на Хастевича. Убегать нужно сейчас назад. Стан по Андромеде. И убегает далеко-далеко-далеко. Прыгает вперед на него. Привет. Но FF как-то странно даже двигается. Смотрите. Танцует брейк. ДПшечка на мидлайн. Точнее, нет. Я думал на мидлайн, а в итоге на базу. Сразу же посмотрел на базу. Хотя почему-то подумал интуитивно, что Фейда придет на мидлайн, чтобы подефать немножечко башню и пофармиться. 17 минута, Domination не вернется. Я просто уверен в этом. Куда ж тут возвращаться, Джавелин. Синий большой дилдо пролетел рядом с головой покера опять. Бедный покер. Ну, хотя бы два фрага у него имеется. Заплю. Ой-ой-ой-ой, нашли покера! Нашли, а значит ждет его биг-биг-динг-донг-хонг. Ульта от Слизера, нужно динаить. Нужно динаить нашего чепочка, потому что он умрет. Забрали Химка, кстати, здесь еще Скорпион сделал килл и... Ага, выжил Чипер. Выжил Чипер, ну и хорошо. Вау. Химка забрали, Андра. В инвизе Фейда. Фейда, если встретит Bubbles, это будет фраг. Какого левела? Кодекс. Кодекс левел 2. Пам-пам-пам! Мурен-мурен. Что ж поделать, Мурен? Главное, чтобы команда Мека после этой игры не распалась. На. No. 18 минута, счет 5-23. Я правда вот не знаю. То есть, ну, Меке можно было бы уж согласиться и отпустить эту игру с спокойной душой и сердцем. То есть, ну, явно, что ребята проиграли, да? Ну, Domination не захотел продолжать.
играть, он вышел из игры, потому что игра закончена, а его мейты по команде, к сожалению, его не поддержали. Вот это вот разногласия в команде, они всегда печальны, и когда ты их наблюдаешь в таких играх, конечно же, хочется человека поддержать, то есть, ну, понятно, что нервы, понятно, что обидно, да? Вот, то есть такой лаг, ну это реально лаг, друзья, ну просто повезло паразиту, ну кто мог подумать, что три минотавра, друзья, в начале игры. Вот, это очень сильно сказалось на морали. Ну а дальше сейчас просто порабощение. Меки идет. Что здесь можно поделать? Еще один дилда в Баблс теперь попадает. Финальную часть, и Баблс добивает в итоге. Фейда жива, делает фраг Предатор. Кстати, сейчас Domination собрал дабл, который ливнул, и еще один килл! Воу, Зьюс, биг камбэк что ли? Я даже не знаю. Или нет? ТП от Предатора и морф от Полевога, значит, Зьюс был убит. А пауза от команды Легиона, ну и... Действительно, нужно перевести дух. Нужно перевести дух, по-моему, сейчас был переломный момент. Два фрага от Доминейшена, который ливнул, это может сыграть свою роль. Консит запускает Химка, наверное, ребята все-таки согласятся с тем, что это ГГ. 8-25, счет по голде 18, преимущество 18-400 и 12-400 по опыту. Ну... Что там происходит? Удивляется команда Cats тому, мол, ребята, что происходит? Сейчас выиграем, говорит Покер. О-хо-хо-хо-хо. Зиртык хочет домой, говорит. Да. Ах, беда-беда. Дима, я так понимаю, это Domination, нет? Потому что ливнул. Ну, с другой стороны. Давайте объективно смотреть. То есть, я не пытаюсь оправдывать здесь Алуну, которая ливнула. Бросила свою команду. И я не оправдываю того человека, который не консидит в итоге. Или тех людей, которые этого не делают. Как бы играете против топ-команды СНГ, да? Против котов. Знаете, как играют коты. Вы к 20-й минуте имеете разницу в огромное количество, соответственно, смертей. 8-25, да? То есть, я не знаю. 17 килов, друзья. 17. По голде 18 тысяч преимущества. Понятно, что разницу по голде они не знают, но тем не менее. Чтоб вам на Дримхоне, говорит, так с лесом повезло. Да? Безусловно, это реально лаг. Ага, любой крипкил. Жесть. Ох-ох-ох-ох-ох. Врывается вперед у нас Полевок. И отбегает назад. Морф кинул на Андромеду, поставил ульту. И на хайграунде стоит, соответственно, варды от Зиртыха. Сейчас будут ребята с команды Кэтс подниматься и забирать башню. Есть башня. Минус, соответственно, ну или есть, или нет, скорее всего, наверное, правильно будет сказать, башни. Команда Легиона стан проходит от Фейды и кодексом забирает Химка. Стан попал в Баблса. Это здоровая синяя штука от Валькирии. Вы верно все поняли. Забрали Зиртыха, ультует у нас Слизер, забирает Чипера, забирает Фейду, Предатор жив, но скорее мертв, чем жив. Забрали Преда, и лишь Мурин у нас остался, Мурина тоже сейчас заберут. 10-29, минус Баракин на мидлайне, и вот Мурен запускает консит. Ну что, нас ждет консит или нас не ждет консит? 22-я минута, издевательство над командой Мека. Нас не ждет консит. Да.
Да, хорошая вот инфа действительно прошла о том, что как бы, few were good as well, but Unique Pfizer has this innovation of going double bottle and raping shit up on the hack. То есть речь о том, что инновация, что-то новое, в игру ввели такое, как двойная бутылка у Bubbles'а и доминирование над хагом на лайне. Вот, двойная бутылка, друзья, это то, чего мы еще, в принципе, не видели на нашей СНГ-сцене. Действительно, двойная бутылка, я также видел стримы, когда Bubbles имел двойную бутылку и выигрывал, соответственно, соло-лайн, хардлайны против хаги. Вот, но это все настолько, как вам сказать, ну, это редкость. То есть, именно такую игру, да, то есть, трат 1200 голды на две бутылки и победа над хагой, могут позволить себе, наверное, только действительно очень хорошие игроки, и когда это все уже оттестено. Когда это все уже, соответственно, не раз делалось. Атакуется башня уже на нижнем лайне, друзья. Стопа заходит фейда. Ну и что, мы ждем? Ждем врыва. Слаб, друзья, от Андромеды. И Андра будет убита. Зиртек делает этот фраг. Хороший ульт от Bubbles'а, друзья. Смотрите, как неплохо он здесь троих задисейблил. Ульта, друзья, от покера. Но это, наверное, сейчас не спасет. Поставили варды. И... да, делают киллы, забирают покера, выжил лишь один предатор в данной ситуации. Вот, потеряли лишь полеон. Команда Хеллборнов заходит на хайграунд, Мека не сдается. Мека не сдается, она верит в свою победу, соответственно, теряют сейчас они полностью лайн на снизу. И после этого останется у них второй лайн сверху. Да. Просто dirty play by Мека, что называется, не хотят ребята консилить. Мышленно затягивают игру, а ребята из команды Cats должны еще через какое-то время играть на Dream Hone, насколько я знаю. Вот, и Мека не консидит. Разница в 20 киллов, напрыгивает здесь на лидера, запускается консид. В лицо предатору попадает Джавелин, огромный, синий, толстый. Но пред заюзал, как мы видим, Шрангин Хэд добивает Вальку. Паразит гонится, юзает просто... друзья, кодекс и делает килл. Фейда сражается одна в три и не добивает Андромеду. Андра выжила. Гача просто. Муренс пайбэк на ФФе. Ох, 25 минута, 15:33. Я аж обрадовался. Радость была недолгая, наверное. 455 ГПМ у Валькирии. Зьюз говорит, вы не знаете, кому нужны игроки. Ой-ой-ой. Все это печально. Подозреваю, что снова Муреныч будет у нас свободным пловцом. Будет искать себе новую команду. Какие, спрашивает ФФ. Такие, как ты. Пушится просто мидлайн, сейчас напушит, и команда КС одержит победу. Га, нужны кэри, пишет ФФ. Да, га, нужно много чего, наверное, после поражения в 1-8. Га, нужна новая команда, мне кажется, новый клантек, не знаю. Что-то действительно очень плохо. Что-то нехорошее творится с командой Джей. Допушится башня, а World 3 сейчас будет уничтожен. Что-то там кто-то кодексом стреляет влево-вправо. И забирают Зьюса. Убегает чипер, друзья, сбежал. И ну что ж, ГГВП, поздравляем команду Кэт с выходом в 1-2. Оставайтесь с нами, берегите природу. Совсем скоро будем смотреть 1-2. Любви, радости, веселья. Лес. Хороший лес, хороший лес, хороший лес, лес, хороший лес, и главное, чтобы этот лес не исчез.